Спи, мой зайка, засыпай, я спою тебе бай-бай. Ночью сон к тебе придет, сказку в люльку принесет. И увидишь ты тогда, как плывет в небе луна, а на звездных островах чудеса живут в веках. Звери могут там летать и в морях легко нырять. Все животные добры, веселы, бодры, умны. Там лисенок и зайчонок, поросенок, тигр и львенок песни звонкие поют и цветы всем раздают. В той небесной синеве битвы канули во мгле, и для всех там мир покой, такой желанный и родной. Каждый может здесь бывать и мечту свою создать. Ты лети к звезде во сне, но к утру вернись ко мне. Будем сон твой вспоминать, планету в сказку превращать. Ведь Земля наш общий дом, станем дружно жить мы в нем. Какие бы ни были мы взрослые, мы всегда вспоминаем колыбельные, спетые нашими мамами и бабушками, их рассказы и сказки, которые они прочитали нам на ночь. Познакомьте ваших детей с творчеством Виктории Галар, с ее колыбельными, с ее сказками и рассказами. Пусть в сердцах ваших детей поселится нежность, любовь и теплота.